Всем здорова, мои кровожадные друзья, с вами Спикер, и ночной ужас продолжается в игре Dead by Daylight, и сегодня поиграем за призрака. Вот с такими яркими глазами, с такой дубинкой мы готовы расчленять и уничтожать выживших. Ну что, наш ходка начинается, устраивайтесь поудобнее, берите вкусняшки и погнали! Раз, два, три, четыре, пять, мы сейчас найдем тебя. Наш охот начинается в красном лесу, друзья. Это лес, мы призрак, и погнали. Кстати, новая карта. Я эту карту, кажется, не играл, и будет приятно поиграть, конечно. Мы в лесу, и мы готовы истреблять всех, кто будет на нашем пути. Ну что, погнали. Ночка начинается, и готовы уничтожать наших выживших. Тут у нас тихо и спокойно. Призрак, кстати, бегает, мне кажется, гораздо чуть быстрее, чем обычно у нас охотник. О, ребята. Нормально начало. С аптечкой, кстати, ее нужно истреблять в первую очередь. Хорошо, она подойдет, наверное, какой-нибудь генератор будет чинить, и как раз мы появимся. Мы появимся и будем истреблять ее. Как ты долго бегаешь, детка? Уже остановись и... Сейчас появимся. Сейчас появимся, прямо сейчас. Да, детка, я за тобой уже. Я за тобой теперь на край света бегу. Все, ты моей теперь будешь навсегда. Не тут, черт. Неприятно, неприятная ситуация. Мы продолжаем нашу охоту, она буквально перед нами. И сейчас будем сокращать. Черт, какая хитрая, мне нравятся такие игроки. Обалдеть, обожаю эту игру. Особенно тактику, и можно выполнить. Иди сюда, их двое уже. Их двое, куда бежать? За двумя зайцами покончишься, ни одного не поймаешь. Мы бежим за аптечкой, Промах, промах, это был промах. Не очень приятная ситуация, конечно. Да черт возьми, эти... И походу он скрывается, друзья. Не тут-то было. Меня не просто так провести. Мы исчезаем и пытаемся ее снова найти. Ох, починили один генератор. Это, конечно, плохо для меня. И, походу, моя пробежка прошлась неудачей. Куда же она, интересно, убежала? Хорошо, бежим вон тому генератору. И там точно есть кто-то у нас. Вижу, вижу чувака в белой. Не, в красной футболке. В белой кепке. Как он испугался. Нет. Только не в глаза. В любое место, только не в глаза, чувак. Твои фонарики мне не помеха. Эх, я умею. Что-то делать с чем-то. Так, ну что, ты уже на земле. Ты сейчас пойдешь у меня, например, на крючок. И, конечно же, будешь страдать и мучиться. Где у нас находится ближайший крючок? Вот наш крючочек, и сейчас будет страдать он. Будет страдать и мучиться, конечно же. Какая-то тележка с дровами. Так, ну что, давай на крючок. Мы, наверное, исчезаем и будем ждать нашу жертву. Где наша жертва? Где наша жертва? Мне нужна моя жертва. Так, мы исчезли. О, не тут-то было. Я появляюсь снова. Я снова появляюсь, и куда делся чувак? Он пошел наверх, мы тоже наверх. Тут слишком много дыма, он спрыгивает. Мы тоже просто в полете. Обалдеть, мне нравится эта игра. Так, забираем чувака и его быстренько на крючок. Так, ну что, осталось 3 генератора. И я вешаю первого чувака. Он висит уже второй раз и будет при 50% жизни. А третий раз будет сразу смерть. Так что, ребята, снимайте его еще разок. И, конечно же, он будет недолго страдать. Да, осталось 50%, и что же будут делать они? Кто будет, интересно, спускать теперь-то? Теперь кто будет спускать его? Ну где же вы зашкирились? Вас останется трое, и гораздо будет проще вас найти. Трое. Вижу тебя, красотка. Вижу, ты убегаешь, но я бегу обратно, кстати. Погоня завершилась, так не начавшейся, как говорится. Бегом возле чувака, осталось буквально чуток, осталось 3 генератора, конечно, наверное, можно... О, да, он решил просто расслабиться и получить удовольствие, друзья. Снова детка с фонариком. Эх, ревозверь, он рядом с тобой. Это страшно, эти страшные звуки снова прям сзади тебя, и я уже бегу за тобой. У нас есть вторая жертва прямо перед нами, и я готов ее истреблять. Я готов наказывать и причинять боль. Стой, не так быстро. Нормально. Ох, май гад, все-таки пронесло. Не люблю эти фонарики, не люблю, конечно, и аптечки, но такая игра, такие правила. Чуть-чуток не...
мне не хватило буквально чуток раньше времени нажал. Но ничего страшного, мы продолжаем наш путь. Кровожадный путь. Она спрыгнула вниз, мы тоже вниз. И я иду за тобой. Я иду за тобой. Осталось два генератора. О, крючок. А, это уже использованный крючок. Нет, нужен новый крючок, нужен новый крючок. И, конечно, новая жертва передо мной. Ох ты, да. Нормально. Готова жертва. Забираем тебя с собой. С собой на край света. Кстати, у нас находится, походу, далеко у нас. Даже не знаю, куда идти. А вот есть крючочек. Остался последний генератор. И, конечно, сегодня ходка довольно короткая получается, потому что ребята активно чинят генераторы. И вторая жертва у нас на крючке. Давай, 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 кричи громко. Страдает как. Как она страдает. Мне нравится это страдание. Это свежее мясо висит, будет долго и мучительно. Походу у нас двое ребятишек. А не, вижу кого-то. Вон там бегает, ребята. Что ты там делаешь-то? Он, походу, забрал фонарик, либо что, я даже не знаю. Может ли ясно забирать предметы? Когда жертва погибает. Ну иди ко мне, иди ко мне. Мы исчезаем, в общем. Мы исчезаем, конечно же. Я исчез. Я иду к нему. Нет, 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 не трогай мою жертву. Это моя добыча. Иди сюда. Хорошо, ее сняли. Осталось буквально жизни ей чуток. И она перепрыгивает. Не тут-то было. Не тут-то было. Не успела перепрыгнуть, как она уже на земле. И я снова веду ее на крючок. И останется 50% жизни. Ребята, видите вашу жертву? На тебе. Нормально. Пытается меня фонариком. Я обойду с другой стороны. Он пытается меня фонариком просто в глаза. Нет, нет, я не смотрю на вас. Вы мне не нужны. Мне нужна моя жертва. Моя чернокожая жертва. Так, 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 вешаем. Чувак раненый уже. И уже не будет пытаться меня мешать. Так, 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 так! Да что ж такое-то, ребята? Третий раз ей будет кана, вы сами решили ее судьбу. Сами решили судьбу, потому что... да, детка, ты на земле. И что ж, третий раз ей сразу будет кана, друзья. Берем ее в ухапку и потащили ее на крючок. Ребята, очень быстро все произошло. А где ближайший... Вон крючок, вон туда нужно бежать. Быстрее, быстрее, останется двое, останется последний генератор. И что же будет? Смерть будет, конечно, второму выжившему. Давай же на крючок ее. Давай, давай, давай. Да, детка, все, мы исчезаем и бежим искать другую жертву. Где же вы, ребята, находитесь? Я вижу тебя. С фонариком? Да, чувак, с фонариком пытается возле ящиков. Нет, 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 спокойно. Он видит меня, походу. Он меня видит и стоит возле ящиков. А мы сделаем вот так. Мы появляемся вот туда. Нет, я просто маленько пошумлю, он убежит. Испугается, типа. Не тут-то было, он стоит на месте. Он довольно хитрый чувак. Хитрый чувак и пытается меня запутать. Не тут-то было, сейчас появляемся. Мы появляемся и что-то. Не тут-то было. Ну иди ко мне. Я исчезаю, конечно же, и появляюсь в другом месте. И он решил убегать от меня. Он бегает вокруг, что ли? Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Вот так сделаем. Вот так сделаем. И где же он теперь? Куда же убежал-то? Исчезаем, ищем другие генераторы, ищем другую жертву. Он слишком хитрый для меня, походу. Походу, не мой уровень. Хорошо, наверное, пробежимся по генераторам. Нужно найти другую жертву. У нас есть, походу, еще красотка. Ее нужно найти, конечно. Пытались починить, но, конечно, это дело бросили. Хорошо, наверное, генератор остался. Вон там осталось два генератора, довольно рядом находится. И нужно, конечно, найти еще жертву. Мне хочется еще кому-то причинить боль, страдания. И я вижу, кому я причиню боль и страдания. Иди сюда. С аптечкой. Да, да, детка. Я причиняю тебе боль, страдания. Мы, конечно, наверное, исчезаем и будем преследовать нашу жертву. Вон ушла в окошко. Она убежала в окошко, я не побежал не туда, чуток. Она истекает кровью, друзья. Так, вижу кровь, вижу кровь. Вижу кровь. Нет, 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 тут-то было. Я вижу кровь, мы бежим за ней. Я появился. Да, детка, вот она, моя хорошая. Третья жертва возле меня. И где же она пытается запутать меня? Она пытается запутать и... Это дело не получилось. Я кровожадный маньяк, как всегда. Я беру жертву за ухапку и тащу ее на крючок. Нет, 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 чувак, чувак. Чувак, ты что ж делаешь-то? Я не вижу ничего. Да какой ты хитрый-то. Ты будешь истекать кровью. Нет, ты пойдешь у меня, походу, на пельмешки. Пойдешь у меня на пельмешки. Кстати, у меня красотка еще висит на крючке. А где наш крючок? Ах, укусила. Черт. Она укусила и, конечно, убегает. Куда убегает? Я не вижу ее.
Мы исчезаем и ищем нашу жертву. О, вижу жертву. Мне нужно было взять чувака, он довольно хитрый и довольно наглый. Мне нужно было взять его. Ну хорошо, у нас есть красотка. Мы на хвосте у красотки и будем, конечно, ее истреблять. Так, неинтересно. Это был интересный поворот событий. Ах ты жесть, я появляюсь. Я появляюсь и уже бегу за ней. Побежали за ней. Я вижу ее. Влево, вправо, куда ушла? Кажется, влево. Я вижу тебя. Я вижу тебя, моя хорошая. Начинается музыка, начинается погоня. И что ж это было? И что ж тут есть? Ох ты да. Будешь страдать и мучиться. Кстати, чувак у нас пофиксился. Забираем детку и ведем ее на крючок. Вон есть крючок поблизости. Забираем тебя, идем на крючок. Надеюсь, чувак нам не поможет. Вернее, не помешает. А тебе он не поможет. Так, тут мы не пройдем. Нужно обойти, наверное, с правой стороны. Вот тут можно пройти и посадить ее на крючок. Ну что, детка, давай-ка на крючок. Я исчезаю, конечно же, и буду искать свою жертву. Четвертая жертва прямо передо мной. Ох ты, да, истекает кровью, друзья. Да, детка. Нет, как, я не понимаю. Я вроде его ударил. Да, детка. Все-таки я взял наглого чувака, как я и хотел, я взял его в ухапку и потащили его, наверное, на крючок. Не наверное, а точно его на крючок, потому что слишком наглый, слишком хитрый, и такие ребята будут висеть на крючке. Кстати, она пофиксилась, у нее потому что есть аптечка. Как ты кричишь, как ты страдаешь? Мучительной смертью. Где твоя блондиночка? Где твоя черная, то есть? Я не вижу ее. Тебя будут спасать или нет? Так, у нас свежее мясо, она свежее мясо, я не вижу ее, я походу не спасает, но мы все-таки ждем, мы тебя ждем все-таки. Где ж ты, моя хорошая? Куда ты подевалась? Она, видимо, испугалась. Вот она! Я все-таки ее взял, друзья, я взял и потащил на крючок. Вон есть крючок. Мне нравится призрак, мне нравится эта игра. Если друзьям тоже нравится, пишите комментарии, буду снимать больше и веселее. Потому что дело пошло на ура, мы вешаем четвертого, наконец-то. Да, детка, мы висим, мы страдаем, мы мучаемся, а с вами был спикер, увидимся уже в других роликах. Но когда она умрет, мы попрощаемся полностью. Да, друзья, до новых встреч, до новой ходки, до новых ужасов. С вами спикер, до новых встреч. Всем пока.